Космодемьянская набережная Москвы, прямо напротив высотки ДТП. О таких авариях обычно обязательно рассказывают в новостях. Виновник на внедорожнике наверняка из числа золотой молодежи. Проезжающие мимо водители притормаживают, вглядываются, зеваки заняли места на мосту. Почти ничто не выдает. Это идут съемки фильма «Текст». 114А14. Нет по периметру ни кранов, ни световых мачт, течет нормальная московская жизнь. В ней режиссер Клим Шипенко сначала тет-а-тет объясняет задачу Ивану Янковскому, тому самому мажору из разбитого авто. Затем уже актер, явно замерзший в пальто не по погоде, инструктирует массовку. Ну какие-то, знаете, левые, чтобы у нас диалог все-таки был такой. Не то, что я вырывался, говорил, типа, ты удостоверение покажи, ты мне говоришь, да, я должен тебе показывать. Что ты делать-то? Да руки убери! Ты мне удостоверение показал, что когда съемки только стартовали, конечно, актерам и съемочной группе не было так холодно, ведь происходили они не в морозной Москве, а на Мальдивских островах. Как говорят, оборудование с собой много не брали. Вместо камер – мобильные телефоны. Серия и номер паспорта. Я сейчас в море выкину. Это больше, чем современная манера съемки. Это необходимость, продиктованная сценарием. Актеры сами себя снимают. То есть в этом плане они как бы тоже немножко операторы. Мы с ними репетируем сцену, определяемся в направлении. Дальше они берут телефон, я ухожу далеко-далеко, и они снимают. Дальше я смотрю на мобильном телефоне, как это получилось. Завязка сюжета. Петя, герой в исполнении Ивана Янковского, много лет назад подбросил наркотики студенту Илье. Его играет Александр Петров. Молодого филолога ждет тюрьма, молодого оперативника – звездочки на погонах. Прикол в том, что он поначалу кажется отрицательным, но по течению книги, по течению сценария, картины, он представление зрителя о нем должно поменяться. И его, в принципе, должно быть жалко, потому что он заблудился. Но, безусловно, вначале это очень отрицательный персонаж. Мне такой никогда не приходилось играть. Именно поэтому я за этим гнался. Мне очень хотелось играть такие вещи. Вообще только такой бы играл, если честно. Они встречаются снова на свободе, и у героя Петрова в руках оказывается смартфон обидчика. Устройство, хранящее контакты, сообщения, письма и видео, для многих начинает играть судьбоносную роль. Это очень актуальная, на самом деле, тема, потому что наши телефоны, наши смартфоны стали настолько персонализированы, что они фактически являются отражением нашей души уже. И поэтому это на поверхности кажется, что человек листает сообщение, но с помощью них он получает душу другого человека, как бы по кусочкам ее собирает в полную картину. Казалось бы, в полном метре экранизировать эмоции, страсти, бушующие в мессенджерах, задача трудная. Да и вообще, реальная ли? Динамики, судя по первым кадрам, добавляет постоянное движение. Главный персонаж ездит в метро, мерит шагами центр столицы, мечется в подмосковной хрущевке. Мам, ну ты какая-то смешная, ну честное слово, ну почему? Я всегда приходил к Климу и говорю, Клим, ну давай что-то надо придумать, потому что, блин, надо как-то удивлять. И он перевернул мое сознание тем, что он просто сказал мне, слушай, а давай, может, не будем никого удивлять, там реально все написано, там все есть. И это все нам помогает, не надо ничего сверху напридумывать там. Чего-то другого. Глуховский в этом плане большой мастер, он все за нас уже придумал. Бестселлер Дмитрия Глуховского «Текст», опубликованный в 2017 году, уже успел трансформироваться в спектакль на сцене Московского драматического театра имени Ермоловой. Главную женскую роль там исполнила Кристина Асмус. Сыграет она и в фильме. Мужской кастинг для режиссера, автора «Салюта-7», сложности не представлял. Два самых ярких молодых актера, и почему бы их не столкнуть лбами в таких как бы ярких ролях, и они оба согласились, не думая. Заявленный жанр фильма – драма, переходящая в триллер. Историю, рассказанную в литературном тексте, критики назвали современным преступлением и наказанием. У самих участников съемочного процесса есть и другие версии. С братом еще можно сравнить, наверное, Балабановский. Только такое наше современное время, наше современное поколение. Давайте попробуем сделать что-то, чем мы будем потом гордиться.